Какая-то странная надпись. О, штормит-то, а слышь, а лодку даже крутит в разные стороны. Я сюда еле доплыл прям. Всем здорово, всем привет, пошли. Это Кактус и Кроныч, мы продолжаем играться в игрушечку под названием... Чё это? Вальхам. Вафлим. Вуфлюм. Вуфлюм. Вуфлюм, мы смотри, много чего переделали, много чего сделали, много добыли, добыли меда. Построили себе там на этом, как его, на нашем главном острове хрени всякой. Выровняли площадку для строительства. И вот, смотри, болото, да? Болото, 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 болото. Показали, что это болото. Ну да, нам сказали, ищите болото. Ищите болото, да. И чё? И чё, для чего мы тут? Для того, чтобы найти эту крипту. Плющу. Потому что на нас уже нападали болотные духи какие-то там в нашей деревне. Давай, выпрыгивай, брат, убивай его уже, я причалю. Да, он ползет, смотри. У нас какая-то в нашей деревне болотная вонь была. Молодец, брат, выпрыгнул. Бля, кнопки запутали. А чё я какой... А, я крадущийся. Крадущийся самурай. Вот такие вот хуни, да, на нас да, нападали. Да, и теперь... мы с них рецепт новый выучили. Потроха. Кишки с них собрали. Да, и мы теперь умеем, знаешь, что делать? Умеем делать сосиски. Колбаски. Сосиски. Вот это крипта. Ну, я не знаю, как она выглядит, бля. Говорят, что это данжик какой-то, от которого типа ключик есть. Вот эти, да, ребят, вы нам говорили, что они жесткие, да, бругеры. Но с них дроп классный. Вот как раз мы с них кишки собрали. Спасибо огромное за комментарий. Спасибо, что наводите что, куда. О, на... там вот. Вон в воде кто-то плавает. Где, в какой? Вот, вот, смотри, плывет червячело какой-то. О, еба. Ну, а убей его. Ну, иди убей с них, наверное, хвостики, как, наверное, саламандр. Слушай, может тогда по-быстренькому, пока мы еще ни с кем тут не начали драться, чтобы нас не... О, нихера, она мощная. Слышь, это пиранья, она уплыла туда, вглубь, в море. Ёпта, ко мне какая-то хуйня ползет. Ой, киргигил. Какой киргигил? Узер. Воу, вот она. Опа-на! Ёбанова! Они они пояса нет, осторожно. Мёд. У меня нету. Я сейчас все равно сдохну. Я сдох, у меня 10 хп осталось. 6. Сука! Сдох? Сдох! Я тебе говорил, не надо ни с кем драться. Блять, ну а чё, ну ты на меня напали. Вот ну, на тебя и напали. Сука, я знаешь где? Я, блядь, в деревне. Мы даже не успели, блядь, кровать построить. Нажми на паузу. Хуила ты. Я тебе сказал не драться ни с кем, блядь. Я ни с кем не дрался. Я, блядь, и убивал ее, потому что ты орал, что на тебя напали. Так, ладно, ребят, давай тогда остановлю и уже тогда покажу, как я до тут добрался. Гош, смотри. Смотри, как мы сделали. Мы, короче, чё, Кроныч облутил меня. Я взял ресурсы на портал. Кроныч там поставил портал, и все, вот, и, пожалуйста, сейчас мы пропиздяримся. Смотри, заодно я тебе тут сейчас покажу, что мы тут понаделали. Мы тут выровняли уже... Я тут сиди один на болоте, да? Да, подожди, сейчас я им расскажу. Вот, смотри, мы тут выровняли площадку, натаскали немного ресурсов. Ну как немного, довольно-таки много ресурсов мы натаскали. Натаскали еще немного меди, хотя нам медь уже не нужна будет. Мы будем делать все из железа. Вот здесь у нас, коли не задействовано ничего, мы тут сделали верстаки... сундуки, да, мы тут устроили склад. Да, немножко камня натаскали. И вот такую вот, смотри, приблуду сделали каждому этому, чтобы сюда класть непосредственно руду, да, что можно было переплавлять. А тут у нас понатасковано древесины. Бочку поставили... Поставили бочку, но мы хуй знаем, что туда добавлять надо. Мы так и не поняли, что туда добавлять надо. Перетыкали вроде бы на все и вся. И так и не смогли понять, что туда надо добавить. Если ты знаешь, что туда надо добавить, пиши обязательно в комментариях. Я обязательно прочитаю, мы будем уже вот туда что-то добавлять. Чтобы это у нас все квасилось. Все, я тогда побежал, да? Я херачу, да? Давай. А как про... Да, слышь, просто зайти.
Вот так. О, как он светится-то. Вы нас, конечно, предупреждали, то, что там надо иметь кучу всего и куча мощного, да, мощной еды. Мы вас, конечно же, не послушали, понадеялись то, что мы, типа, это все сами выполним. Типа, сможем тут... Не, ну, по крайней мере, я выжил и... Обуздаться. Это... Да, давай тогда рубим лес. Ну, то есть напарником играть в нее намного легче. Да, вообще нельзя. Потому что вот если бы я один сюда пришел бы, да, мне бы пришлось бы опять строить каяк, опять плыть сюда, хрен знает как. Чего ты там ухокаешь-то? Да не знаю, мне рецепты просто сыпятся и сыпятся. А ты что собираешь-то? Я не знаю, какую-то цепь. Я цепь собрал. Собрал какую-то древнюю кора. Подожди, мне туша. Мне пожрать надо. Эту жижу собрал. Слизь. Так, стой, кто тут рычит. Охраняй меня. Я тут, блин, дом строю, а он там цепи собирает. О, слышь, большой костер. Вот, пердит. Вот он. Новый материал, большой костер какой-то. Я собрал с этой древесины какую-то хрень. Вон там, смотри, кто-то там. А, это пиявка какая-то, смотри. И сваливай. А да. Хотя мы, в принципе, уже портаться сюда умеем. Да? Ну да, мы взяли. Там же стоимости за портал ничего не берут, нет, все бесплатно. Вот, смотри, сундучок поставил. Сейчас еще один тут. Так, а что я такой собрал-то? Древнюю кору я собрал. Вот из древней коры можно делать супер костер, наверное. Так, 6. Так, теперь. Так, каяк новый. Да, слышь, большой костер. Ядро нужно, ни хрена себе. А что он вообще делает? Не просто знаю. Костер большой. Просто большой костер, да. Бляха, поставим. Так, в ремесло ничего не добавилось. В строительство как тоже. Как-то не добавилось. У меня добавилось. У меня нет. И эти кузнечические меха у меня добавили. У меня нет, потому что ты что-то там собрал. Выкинь, да, нужна цепь, шкура и верстак. Ну, выкинь. Строительство ничего. Выкинь. Мебель еще зеленый флаг. Да, дай мне вот что ты. И этот подвесной мангал. Сука. Вообще крутя, бля. Можно такое, блядь, забацать. Ну так, вот, я выложу сейчас сюда сундук. Так, ремесло, строительство. Давайте тогда начнем. Вот здесь вот так вот построим, чтобы нам сделать небольшую нашу лачушку. Так, ну мы ее сейчас такую вообще просто, вообще небольшую сделаем. Так, значит, надо мне... Так, вот так. Потом... Вот, я повыкидывал ресурсы, так. Пойду дальше рубить. Вот так, да, давай, мне дерево надо. Нам потому что надо на двоих, и надо будет еще туда унести верстак. Верстак, фиг так. Так, сейчас мы сюда прилепим. Ё-моё, вот так, чтобы не оторвалось. Так, а ты стоишь или ты... Все-таки ты не стоишь. Фак. Я тут пока тебя ждал, убил еще какое-то привидение. Так, вот так. Нихера. Ты какого фига-то убиваешь там кого-то без меня? Ты давай так, брат, не делай. Я тогда, блин, ребятам не покажу, как мы воевали. Ну а как она на меня напала, летала своими руками, махала. Так, не выполнено условие. Дерево. Дропай дерево. Подожди. Ползет. Вон опять эта хуйня, слышь? Опять. Лук бери. К ней вообще близко нельзя подходить. И там он еще одна прыгает. Дом наш не сожги. Есть, убили. Еще одна вон. Вот если бы ты мне первый раз тогда помогал убивать эту херню, а не бегал от нее, ой, смотри, какая-то хуйня. Мы бы это, вот беги, чтобы она не прыгнула. Не тронула меня. Все, отлично. А, жижа. Вот. Самое главное в портал нечаянно не нырнуть. А то мы окажемся хрен знает где. Еще слышал. А, вон он, драук. Драук, мне бы дерево. На. А я же в сундуки выложил. Слушай, а это старое дерево. Да, вот сундуки выложил, дерево.
Слышишь? Слышу, иди, слышу. Бери. Там его 21 штука. Да, мне пока хватит. Ты что делаешь? Ты хочешь тут хибару построить? Да, и кровати поставить. Давай. Во, и это плюется в кто? Тебя. Кто? Кто? Где? В какую сторону? Вот, у меня тут этот лич. Я убил его. Да, я соберу с него. Оп. Трофейная пиявка, тушка и какие-то супы новые. И красный флаг. Ну-ка, выкинь мне тоже. Чего? Я тоже хочу суп. На. Туда вон, под дом выкинул. Да, трофейная пиявка. А, вот еще. А, ну эту слизь ты знаешь. Вон она. Так, да, 6. Все, не отвлекай меня, мне я тут на пределе прям работаю. Я ж тебе не гастарбайтер, чтобы работать-то вне пределах. Так, хорош. Вот такой, 4x4, хотя у нас там кровати не влезут, и верстак, да? Или влезет? Да верстак можно и на улице оставить. Так, дерево давай еще. Нет, мы тогда не сможем им пользоваться. Я там выложу. Если мы не сможем, ну, мы тогда не сможем пользоваться. Давай тогда уж это, ну, что-нибудь такое, ну, знатненькое строй. Хорошее, добротное. Слушай, дерева мало. Да я сейчас еще нарублю. Кто это? Никого, нормально. Нормально, это была просто паника. Это паника была. Так, надо, значит, еще вот сюда. Да давай ты. Надо было, знаешь, что? О, слушай, а просто портнись и возьми из дома дерево. Возьми из дома дерево, камней. Да ладно, я сейчас построю. И что, и построимся тут сейчас сразу. Да вот все, вот уже построил. Вот, нормально. На еще дерево. Давай. А что портнись? Давай ты портайся тогда. Ну давай. Че, я меня уже один дезинтегрировал, а теперь твоя очередь. Заодно посмотрю, как это выглядит. Как это выглядит? Это очень неприятно. У тебя там булькает в животе что-то. Ну, очко соурона меня засосало. И все. Ничего не страшно. Сколько? 2 стака дерева хватит? Да. Так. Значит, у нас будет вход. Давай вот с этой стороны сделаем, чтобы не залезть на всякий случай нечаянно в портал. Котел, медовуха. А, вот нет, это морковный суп. А, вот он. А, основа так, медовухи. Вот сопротивление морозу. Классно. Слышь? Классно. А, наверное, вот эти супы надо пихать, и у тебя будут эти медовухи. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты откуда взялся? Не, ну ты скелет, ты не страшный. Ты с двух ударов отлетаешь. Самое главное, чтобы сейчас меня вон... А, еще один идет. Ну ладно, пока он идет, я тут успею уже построить все, что мне надо. Так. 6. Бляха, слушай, с портала мы ништякову придумали. Вообще ништяков. Опа, вот он. А, это ты, иди твою колясину. На, это. Вон скелет сзади. У меня это дерево пока не влезает. Так, 6. Но мы, конечно, хоромы строим. Почему хоромы? Дом обычный. Я черт знает, там, какого размера это болото. Может, нам тут это, ну, долго придется бегать, фармить. Так, теперь мне тогда нужна длинная лестница. Длинная лестница и пол. Вот так. Че, пойду я пофармлю что-нибудь? А мне типа неинтересно, да, фармить? Я уже знаешь, сколько этой стройкой занимаюсь, а вы говорите, блядь, да как ты, блядь, такой нерасторопный, блядь. Я потому что постоянно, блядь, сижу и строю. А Кроныч, блядь, на кого-то там охотится. Надо бы, блядь, вообще местами поменяться, блядь. Чтоб я охотился, а ты что-то строил. Кто ломает? Нино и строй. Слышу, булькает где-то. Вот тут кто-то нам что-то ломает. Или потому что у меня там... Ага.
Там у меня, наверное, потому что нету это... курьих ножек. Опоры нету, да. Вот здесь вот нужны курьи ножки. О, драуги. Так, вот так вот просто хаотично поналепим, потому что я сейчас не буду заниматься тут красивостью. Красивостью мы будем заниматься уже потом. Так, подожди. Вот так. Ага. Не увеличивает. Вот так увеличить. Блин, вот немножко вот управление тут, конечно, туговато. Туговато, туговато прям. Прям хотелось бы, чтобы получше было. Не управление, а строительство. Ну и строительство, и управление. Потому что Управление нормальное. Нет. Вот я, например, вот не могу отдалить на... во время строительства. А мне вот нужно отдалить и приблизить. Кто-то так, кто-то рыкает у меня тут. Так, я понял. Да, тут кто-то рыкает и булькает, брат. Да, ну, если увидишь кого, я тут это, бревна рублю. Старую дереву. Наверняка нам для каких-нибудь там суперкрафтов это понадобится. Так, дверь. Так, теперь мне нужна крыша. И крыша самая простецкая. Чтобы можно было... быстренько тут все это сделать, чтобы построить нам кровати. Хорош. Опа, не так. Ты, в принципе, если это много времени займет, можешь на паузу уже поставить. Да немного это времени занимает, а ребятам, я думаю, интересно вот непосредственно сам процесс вот этого. Все, все, это укрытие у нас. Вот это у нас пускай так и останется. Это я хочу, чтобы это осталось. Так, это мы удаляем, это мы удалили. Значит, тебе кровать сюда, мне кровать в другую сторону. Так, прочая мебель. Да нахрена кровать, у нас портал тут уже есть. Ну, на всякий случай. Вот так, тебе кровать. И вот так вот мне кровать. Так, сюда мы сейчас херанем факел. Вот так. И факел херанем мы снаружи. А хотя и снаружи-то и не надо. Все, у нас есть дом, иди сохраняйся на кровати. Так, не занята кровать? Точка возрождения есть, кактус, все. Я не хочу. Отлично. Я сохранился. Все, верстак этот оттуда внутрь переношу. Давай. Так, 6. Блин, взял ягоду, сожрал. Может, надо как-то... Они портал могут сломать? Может, портал надо в дом занести? Я вот не знаю, могут они, не могут. Не знаю, не знаю. Так, и ставим сюда мы версточела. Так, ремесло. Версточела. Ну вот, все, изяк. Мы теперь можем тут чиниться. И тогда вот туда вот сейчас еще сундуки поставлю. Мебель. Ага, на сундук мне не хватает древесина. Так, все, пошли искать тогда этот. А, это не рубится. Вот что-то ушел. Пошли, пошли искать этот. Крипту. Идем. Сейчас я только выложусь. Да, я тоже сейчас только выложусь. Во, и, кстати, дальше из каяка вывалилось это. Кто? Как его называют? Так, это ты, что это? Ты цепь поднял? Цепь, нет, вот цепь. Оп, цепь, кузнеческий меха и подвесной факел. Четко, четко. Тогда я тоже выложусь. Так, это не надо мне, это не надо, и это не надо, и деньги не надо. Ага, слушай, а это есть, по-моему, здесь вот. А, и там череп уже, по-моему, даже есть. Да, а нет, тут череп другой. Череп и кости я его сюда выложил. Опа, шипит где-то кто-то. Ну ладно, с этим разберусь. Кто плюет? А, это ты этот зажег. Все, пошли, давай. Вот это, да? Нет, чего? Не это. Не это. Ой, а это что, дерево светится, смотри.
там наверняка на нем какие-то плюшки, можно их сбить. Это вот эти вот слизи. И это я слизь собирал. Ага. Не, над топором. Не бьет. А как до нее достать? Ну, я просто внизу нашел и срубил. Ну, давай лестницу построю. Прыгать? Да ладно, епта. Тарам-там. Мы на болоте, и мы тут, смотри, мы выживаем. Мы можем, а вы нас прям пугали. Если просто поудаль держаться от всяких вот этих вот плюющихся, травящихся, это на изи просто тут выжить. Я не знаю, что вы прям так прям... Ворона. Можно ее убить? Мух! Я слышу мух. Меня интересует, где железо найти. Ой-ой-ой, вот тут кто-то есть, да? Это там, смотри, там булькает. Вот двое. Двое этих драугов. Ну, бей их. Я там, кстати, мух слышу. Там можно матку взять. Мы тогда будем вообще на меде и на изи. Во, а мы мед пробовали? Пробовали мед. Алашары. Слушай, там, походу, дело осинник. О, они там рисаются, смотри. Ништяк, фармим. Да ладно, они как расходники, наверное. Хотя вот с них потроха бы можно бы пофармить, чтобы надыбить на этот. Оп. Оп. Надо было мед хотя бы. Да, сказать. Вот они, блуди пайп. Сноси их, ломай. Сломал. Вот это что? Это спуск данж? Не знаю. А, это я не мух слышал, это я их слышал. Вон впереди есть, смотри, вон факелами. Что? Вон, да, вон с факелами что-то. И вон слева еще что-то. И вон там за брёвнами. Подожди, а слева. И слева вон да что-то. Пошли. Пойдем сначала вот сюда в пещеру спустимся. Да, блядь, не видно ни хера. Какая-то пещера. А, да, тут стоит, смотри. Ну и чё, изи, я его убил. Ёпта ж, я думал, тут типа данжик какой-то будет. Так, потроха. А как вылезти-то теперь? Как, тебе ломать придется, по-моему. Так, 5 кирка. На нахер. Не обрушится с дома-то? Да не, они же ломаются тут. По изи. Тут, судя по всему, все время такая мрачная погода будет, да? Слушай, помоги, а. Ну тогда будет темно. Да похер, я вылезти отсюда не могу. Так ты ломаешь, дамаг не идет даже. Почему идет? По тридцатке. Все, мы застряли тут. Да. Так, пойдем попробуем выбраться отсюда. А, вот выход. А где? Да, вот, иди сюда, вылезай, вот. Уж ты дятел. Так, где я видел его? Вот здесь, вот за этими. Ты бы это, по воде осторожненько ходил. Да я смотрел, там уже там нет никого. Я еще сверху там глянул. Да, вот за тобой лич лезет. Где личка? Вон он в воде. А, ну и хер бы с ней, пошли. И скелет бежит. Надо вон туда пробраться, а тут дерево дурацкое. Оп, я залез. Ой, че ж, бля. Старое дерево. Хоп, главное по воде поменьше ходить. О, а скелеты сдуваются.
Их легко вдвоем убивать, потому что один блочит, другой его просто в ухерачивает. Слушай, я ключ забыл. Я, он у меня же. А, есть у тебя, да? Давай. Да, вот криптгейт. Криптгейт. Опанечки, мы нашли криптгейт. Смотри, вот так вот. Затонувшие склепы. Вот так вот склеп. Ёбаный. Затонувшие склепы. Опа, желтые грибочки. Чё там? Куча грязного лома. Опа, чёрт! Ох! А это кто такой-то? Драук элитный. Ёбаного! Нихуя, он высасывает стамину. Еще один. Не, я просто драл. Кто-то элитный был. Так, у меня стамина нет. Все, а что с него выпало? С элитного не знаю, ты собрал. Да? Нет, у меня только потроха и какая-то хреня. Куча грязного лома. Подожди, пока не открывай. Опача. Опача. Стоп! У меня стреляет. У меня все наверх улетело. Да-да-да-да, было такое. Давай, может это баганулось. Давай, пока он меня стреляет. Ага, там же это, затопленное. Надо его оттуда вытащить. Стой, тащу его. Нахрен ты его сагнул. Как дроп-то потом собирать с него? Подожди, я оторву туда сейчас тоже. Опаш, на. Опа, вот здесь вылез. Вот здесь, ух! А здесь супер лучник! Уходим! Почему уходим? Давай, я его блочу. Иди стреляй по нему, бей его. Еще один пришел здесь лучник. Я этого убил. Опа, 15 хп, алларм. Надо мёд. О, блядь, я погиб. Убил. Да, молодец, я-то уже труп. А ты говоришь, нахера тут ставить кровать? Вот кровать и нужна для того, чтобы можно было вот так вот погибать. Почаще. Портнулся бы сейчас. Сучара. А ты сохранился на этой кровати, нет? Не. Ты уёбка. Мне бы сейчас вот голым еще добежать, чтобы меня пиявка не сожрала. Может мне выйти? Так, там слизь плавает. Тату нахуй. Так, вот здесь вот я, наверное, зря. А, нет, вот смотри, вот, короче, вот эта херь. А ты ту пиявку-то убил? А? Какую? Ту, помнишь, которая за мной бегала. А, нет, не убил. Ты сказал, говорит, ну и хуй с ней. Ладно, я по суше. И я такой, лады. Все. Все хорошо. Блин, а почему я откисаю, ты не откисаешь? Тут как-то, ну, я блокаю. Че, я дурак, что ли? Потому что ты трус. Нет, там... потому что я блокнул и отошел. Ага, твоего брата бьют, а он там сразу это... сыкует и отходит. Тактика дзиуньбань. Это, блин, и чё ты? И где ты? Чего? Иди бей, вон, бей его. Я даже не одет еще. Вот, смотри, заблочил. Отпидорасил, вот он курёжится, и все. Вон, а чё ты тут, чё ты там не зачистил всех? Где? Вон туда я туда не ходил. Одевайся давай, пойдем сейчас вместе. Надо, знаешь, что тут построить? Чего? Кузню. Чиниться. Пошли. Вот. А хотя портнулся. Во, тут эта грязь просто. Изя. А как там освободить это, как его? Куча грязного лома. Это чем убивать? Еще киркой попробуем. Там какие-то, блин, да, все. Как нам спустить воду? Новый предмет, отравленная стрела. О, металлолом.
новый материал, иссохшая кость. Не видно ни хера вообще. Ну, давай, давай, копай, я тебе светлю. Так, куча грязного лома, а почему не влезает у меня? Так, старый ржавый, но если его переплавить, то его еще можно использовать. Невозможно телепортировать. Фа. Нам плавильню тут еще надо будет ставить, да? Я так понимаю. Ну, не знаю, нам не хватит. Нам надо фармить эти. Да вот это дерево обычно. Ну, это что ты взял? Я не знаю, она звенит. Она звенит, потому что сквозь нее по камням попадаешь. Да, ладно, пошли, пошли тогда в другую дырку. Подожди, в другую дырку. А чё? Вот, и там, смотри, там костры. Чё ты хочешь? Нет, туда, туда пока не надо. Я хотел посмотреть, какие рецепты откроются, если этот лом переплавить. А как ты посмотришь? Ну как, на корабле везти. Блин, да ты херехнись ты. Нет, давай пошли дальше, зачистим этот, всю берлогу. Понабрал уже все. Янтарь вот не собрал. Нам потом что, бабло? Нам на бабло надо. Вот, кстати, вот. Да, ну, у нас бабло-то уже немерено. Мы там этих данжей уже со скелетами захерачили, да, блин. Данжи, да. Да, вам не показываем эти данжи со скелетами, потому что они однотипные. Вот, иди, а, иди копай тут. Они однотипные. Только, и... только быстро не копай, лучше сверху копай. Там, 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 кажись, да, там проход. Нам надо выкопать дырку, чтобы застрелить их оттуда. Залезай теперь наверх. О, ой, да, еще сверху. Чтобы хотя бы позырчить. Запрыгивай еще. Да ладно, вломимся туда и... Да, вломимся. Ну ты-то не прыгай. Я, чтобы тебе свет. Блин, обосрас, тут еще проходы разбирать надо. Сейчас выкопаем какому-нибудь там этому здоровому хмырю. И чё? Слышишь, он там лязгает? Видно, кто там? Нет, не видно. А сейчас? И сейчас не видно. Ну а сломай правую. А сейчас? Нет. Да что ты очкуешь, короче, давай ломаем нахер. Ну, да, давай я туда пролез, то чекну. Здесь еще обратно. А, тут это куча, куча костей. О, не, вот он стоял тут. Давай вспахивай там. Так, это что такое? Металлолом. Металлолом. Бля, я перевешен. Что выкинуть-то можно? А, у меня еще сотня. Давай, выкидывай мне металлолом, выкидывай. На. Блять, ты много выкинул мне. Ну, да, давай половину. Отдавай половину. Не, все равно не помогло нихуя. Давай еще. Так, вот камень не собирай. А янтарь у тебя есть? На янтарь. Так. Дерево. Ни, нихуя не помогает. Не, металлолом. Надо, надо металлолом. Вот, по это, возьми 15. Во. Убери его. Так, вот, 300. Во, прям вот, ровно 300. Пойдем, выходим, сундук выложим и зайдем обратно. Сундук, надо строить сундук. Сундука-то больше нету. Места у нас там. А, ну, блин, построим там в домике сундук. Или сразу на корабль положим. Куда о, не туда, ебошкин. Подожди, а где выход-то? А, вот он. Где? А, вот он. Налево. Направо было, вообще-то. Выйти. Слушай, так мне вот эта крипта нравится. Там так еще надо, кстати, найти эту. А вот эту хуету срубить нельзя? Нет? Нет. Ну, там он лич лазит. Какой лич?
Вон лич, вон лич. И он, кстати, на нас бежит. Фак, а где наш дом? Туда прямо. Да, по прямой. Слушай, а как ты тут залез? Знаешь что, надо этого лича грохнуть. Их там два. Сука, да ну нахуй. Опа, лук прокачал. Так, а мне ягодку надо сожрать. Вот так. Куда поплыл? Трусливая хуета. А вот пиявка. Она плюется, а ты не можешь, да, через воду плюнуть? А, это и есть лич. На, нахер. На, еще. Нет, не попал. Слушай, он все попал. Ну что, я тогда это, металла сразу в лодку выкладываю, да? Да, да. Надо, короче, да, надо вот этот металл взять. И уже плыть домой, слышу, посмотреть, слышу, какие кого-то мы можем рецепты с него захерачить. Потому что, может быть, сразу же каменный дом построим и новый корабль. Если мы новый корабль построим, просто сделаем тогда под ресурсы, которые нам нужны, сразу на новый корабль. Прикинь, там сейчас новый корабль откроется, большой грузовой. Я поплыву тогда на вот этой херне, хотя нахера. Поплывем сразу на большом грузовом корабле, будем тут уже все зафармливать. Классно я сказал? Да, да. Ну да. Вот так что да, сейчас мы тогда не будем залучивать дальше эту херню, а полетим сразу. Так, ладно, ловить, камни ловить нам не нужны, железо. Грибы, голова. Ты вот эти самые главные ресурсы возьми, вот эти дорогущие. Да, вот я возьму цепь. Все, ребятки, а с вами мы тогда прощаемся. И... вот такая вот у нас серийка получилась, мы нашли болото, зафармили крипту, надыбали металлолом, сейчас мы пойдем этот металлолом переплавим, мы обязательно вам это покажем. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на канал, подписывайся на паблик, ставь пальчики вверх, комментируй, рассказывай друзьям, делись ссылочками и до новых встреч. Пока-пока.